Анатолий Черноусов, слесарь КПА-метрологической службы Уральского электрохимического комбината. Он много путешествует с семьей, а в городе любимое место для прогулок – гора Уральска. Ведь с нее открываются шикарные виды на Новоуральск и становится понятен масштаб Уральского электрохимического комбината. Очень далеко до самого озера все это, все завод, это все цеха наши. Большое предприятие. Зимой и летом мы любим подниматься на горнолыжку и по горе Уральской пройти, чтобы видно было наш комбинат и город. Уральский электрохимический комбинат для Анатолия Черноусова – вся его жизнь. Здесь он трудится уже 35 лет. Успешно совмещает и работу, и отдых. Так как я родился в Курганской области, это в основном степи, я всегда мечтал побывать в горах. И когда я устроился на Уральский электрический комбинат, я здесь увидел, какие красивые горы. И просто все время тянет забраться куда-то вдаль, выше и посмотреть, какие красивые у нас места. Замечательные. Что на Урале вам запомнилось больше всего? Понравились высокие вершины, которые больше 1000 метров. Такие вот, как Конджаковский камень и хребет Зюраткуль. На Уральском электрохимическом комбинате большое внимание уделяется здоровому образу жизни. Здесь проходит много спортивных событий, мероприятий на командообразование. Семья Черноусовых постоянно в них участвует. Они вообще все спортивные. Занимаются моржеванием, катаются на лыжах, велосипедах, коньках, ходят в походы. Участвуют во всех атомных спартакиадах. Так как я состою в профсоюзе, конечно, он своими командообразующими мероприятиями, такими вот как сплав, дни здоровья, они помогают сплотиться. На Уральском электрохимическом комбинате все направлено на экологическую безопасность. Бережное отношение к окружающей среде – приоритет. Этот же принцип жизни Анатолий Черноусов прививает и своим детям во время путешествий. Мы стараемся им привить какую-то культуру поведения на природе. Если ты пришел в это место, на природу, ты должен, значит, оставить его таким же, каким ты пришел. Мне нравится отдыхать, потому что мы узнаем новые места, свежий воздух и сближаемся со всей семьей. Природа очень красивая, воодушевляет, появляется энергия. Я собираю камни с каждого путешествия. У меня очень большая коллекция. Сейчас в разгаре лета, дети у вас на каникулах, пора отпусков. Как планируете провести этот замечательный период? Ну, у нас в планах поездка на море, где мы хотим отдохнуть и полазить по горам тоже там на Кавказе. На обратном пути хотим заехать, посмотреть на Эльбрус, не подняться уже, просто посмотреть. Ну и в августе у нас запланирован поход на Серебрянский камень. Анна Акрамова, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания.